Всем привет, с меня на Кенти, и мы продолжаем проходить третий Dark Souls. В прошлый раз мы остановились на том, что я убил диаконов глубин и получил с них вот такую вот маленькую куклу, которая позволяет пройти дальше в холодный ретил. И сейчас туда нужно отправиться. Так, вот и ретил холодной долины. Я уже объяснял, почему туда нельзя пройти сразу, даже до получения этой куклы, из-за того, что там стоит невидимый барьер, который не пропускает игрока без этой куклы. Ну и как остальных существ тоже. Так, вот мы и здесь. Да, здесь красиво, естественно. И вот, казалось бы, безопасный мостик. Но на самом деле это не так. Как только я ступлю где-то на середину моста, то сзади меня появится небольшой гибрид. То ли собаки, то ли крокодила, непонятно. Поэтому просто пробегаем. Да, уже бежит. Да, вон оно. И он очень агрессивен и быстрый. Просто бежим. Вот. А он сюда не пройдет. Да, видите, он бьется об эту стену. Но при этом в таргет выбирается. Да, но, к сожалению, так дистанционно его убить не получится. Тут рассчитано на то, что ты должен его убивать в ближнем бою, а не в дальнем. Ладно, зажигаем костер и идем дальше, собирая вещи по пути. Так, большая душа безымянного солдата. Кому из индивевшего мха? Он вроде бы снимает обморожение, которое накладывают здесь воины на вас. Душа устала, бойца. И это вроде бы все из предметов, что здесь есть. Так, бежим дальше. Это всего лишь фантомы предыдущих здесь жителей. Кстати, можно перепутать по звукам этих принцев от лошади, потому что они при передвижении издают звук копыт. Да, еще они очень сильные противники, особенно если их двое. А еще особенно если им в вас попадают темные магии. Они же не были такими сильными в прошлое прохождение. Что же случилось? Или я просто научился играть в третий Dark Souls? Да, просто зарезали. Еще и обморожение. Ладно, умер я хоть возле костра. Не придется возвращаться далеко за душами. Как-то после второго Dark Souls непривычно, что противники сильные. А где души? А, вон они. Так. Просто во второй части сложен. Вторая часть сложна тем, что там кривое управление, а так там боссы, противники невероятно легкие. Ну и к тому же игра сильно запутана, непонятно куда идти. То есть сначала вы можете пойти по легким боссам, потом резко нарваться на очень сильного. По одному буду выманивать. А то с двумя драться невозможно.
неприятный удар. Я парирование делать не хотел, я хотел сделать сильный удар, но в третий, о, доспех рыцаря понтифика впервые выбиваю. Но он меньше весит, дает защиту от магии, молнии, тьмы, также от проклятия мороза, но от физической защиты он слабый. Так вот, в третьей и первой части есть смешанное управление, то есть, допустим, зажимание шифта плюс левая кнопка мыши, то есть делается сильный удар. Во второй части нужно ставить на отдельные кнопки: сильный удар, обычный удар и прочее. Ну хотя бы у них баланс низкий, можно его легко сбивать. Наручи рыцаря понтифика. Но они, скорее всего, тоже будут не очень, да. Так, я и последний остался. А у него щит. Это уже немного усложняет задачу. Да, щит у него довольно прочный. Не умерев при этом. Так, мало здоровья что-то осталось. Да. Ну, хотя бы... Да, у меня также фляжек осталось 7. Ну, хотя бы с одним дерусь, а не с двумя. Да, здесь важно следить за тем, вы точно убили противника или же оставили ему мало здоровья. Так, кто тут орёт? А, это ведьм. С другой стороны открывается. Так. Тут еще справа есть проход. Ага, какой-то предмет. Тут у нас большой осколок титанита. Неплохо. Так, ну, кольцо Ллойда мне сейчас бесполезно, поскольку у меня нет полного здоровья. А тратить фляжку неохота. И к тому же бесполезно восстановление такого маленького кусочка. Такс. Две или сколько тут? Два противника или три. Тут у нас цветущий зеленый цвет. Клеймор. Его, кстати, вы можете достать. Помните, где на высокой стене Лотрика была виверна. Там, ближе к заваленному проходу, тоже есть труп, на котором есть клеймор. Так, а тут у нас две огненные ведьмы и шестеро этих существ с клеймором. Ну или клеймором. Так. Да, я помню этих ведьм. Их большой минус против игрока то, что они постоянно, вот, допустим, бьют об землю посохом, и туда, куда вы, где вы стоите, вылезает столб огня и бьет вас очень сильно. Поэтому я предпочту так аккуратных обойти. Потому что там еще одна есть. Тут с одной такой сложной, а с двумя вообще смерть. Так. А, они по кругу ходят. А, меня заметили, убегаем. Да просто бежим напролом.
Надеюсь, тормозит не сильно. Так. А, вот он, проход вроде бы. А, там еще два рыцаря, замечательно. Тут иллюзорный забор. Можно легко скрыться здесь. Да, ствол парня довольно далеко доходит. Ага. Тут в засаде есть рыцарь понтифика, и он, заметьте, набросился на меня только тогда, когда я убрал щит. Да, но враги становятся довольно сильными, чем дальше вы заходите. Так, фляжка. Ага, вот та ведьма. Та дверь. Но если спущусь, то просто будет резко в никуда. Потому что с нее падает какая-то сильная саранча. Настоящийся к чудам. Не, к чудесам. Поэтому пока что к ней спускаться я не собираюсь. Пойду дальше искать второй костер. Там есть проход. Так, я думаю, что они достаточно далеко отошли, чтобы они меня не тронули. Ага. Ведьма, два рыцаря. И слева проход есть. Можно забрать предмет, в принципе. Большой осколок титанита. Бежим сюда. Надеюсь, что здесь ничего нет неожиданного. О, костер. Это гораздо лучше. И там есть какой-то предмет. А, свидетельство верности. А, в первой части такое было, только оно там называлось «Знак возмездия», когда вы вроде бы убиваете убийцу хранительницы огня, ну, по желанию, естественно. Тогда выпадает этот знак. Итак, мы можем пройти сюда, в принципе, или же пойти туда влево. Что ж, думаю, будет лучше пройти дальше. Аккуратно проходим, не привлекая к себе лишнего внимания. Так. Ну там два принца. А, нет, два рыцаря. И ведьма. Так, они уже, в принципе, пошли. Можно попробовать сейчас пробежать. Ага, там босс. Видите, далеко достает. И парировать нужно их аккуратно. Потому что они могут делать выпады или же обычный удар. Или же такую вот мельницу. Так, минус один. Остался еще один и ведьма. Ну же, чё ж они не расходятся? Да, бьёт сильно. Просто... Не, хотя можно пробежать, в принципе. Пытаться не нарваться еще на удар. Предмет, но туда просто так не добраться. Это я помню. Тут есть дверь. Заперта. Как же не вовремя. Так, там еще один предмет есть. Душа усталого бойца. Ну, неплохо. Ага, тут идет проход к костру. Мне в любом случае нужно сейчас вправо идти. С этой ведьмы выпадает 1980 душ.
Но это плюс ко всего серебряного змея. Так, ну теперь есть два выбора. Либо же ну, туда мы не пройдем, и там еще осталось впереди какой-то проход. Так, а стоп, куда та ведьма исчезла? Если же один рыцарь здесь, то где ведьма-то? Ну, что была другая? Добиваем этого. Забираем предмет, который здесь лежит возле, не знаю, кресла или, не знаю, как это называется, громовый светофиз, самосвет, здесь иллюзорная стена. И кольцо власти над магией. Оно дает прирост урона от магии. Так, ага, там есть лестница. Здесь уже пусто. Так, куда дальше идти? Да, локация сама по себе немножко запутанная. Так, ну я сюда и вышел. Здесь ничего иллюзорного нет. А если я спрыгну, скорее всего, потеряю много здоровья. Так, да уж вопрос, куда идти? А, вот. Стоп, дверь. Кровать с другой стороны. Так, большой осколок титанита. Ладно, где спуск? Так, спуск. А, я вспомнил, нам нужно все-таки пробежать туда слева от костра, чтобы мы вышли на какие-то болота. Ну, не такие, как в цитадели Фарона. Так, поднимемся у костра. И бежим сюда налево. Так, а здесь есть несколько невидимых врагов с клеймором. Видите глаза? Видите, вон глаза светятся. Да, и когда мы подходим ближе, они появляются. Так, предмет. Угасающая душа. Еще один. Кстати, пока они в невидимости, они не берутся в таргет. Так, там еще один предмет. Угасающая душа. А, это с крыльями. Косточка. О! Чем-то мне эта могила напоминает могилу этого. В общем, одного рыцаря из первого Dark Souls. Я, честно говоря, забыл, как его зовут. Так, здесь у меня цичой предмет. Горящая скула кости. Хорошо. А, Арториас. Рыцарь Арториас, в общем. У него была похожа могила, только там еще было много мечей. Так. Самого Арториаса можно было встретить в DLC. Забытого Алачиля. Но, да, первую часть я буду проходить после завершения третьей части. А, я хочу заранее сказать, что DLC в третьей части проходить я не буду, поскольку у меня нет денег на них, и, во-вторых, просто не собираюсь их проходить. Шипов она дает больше сопротивления холоду. Так, побежали. Тут еще двое стоят. Уже с кинжалами. Так. И вот. Ну, это не совсем было, скорее всего, просто озеро. И здесь есть небольшие неожиданности. В виде не знаю, что-то подобие 40 ножек, только ровных.
Такс. А, вспомнил. Тут еще, если вы не убили того гибрида на мосту, то он спрыгнет здесь и начнет бежать за вами. Поэтому здесь нужно очень быстро проскочить. Желательно перекатами или же рывками, если у вас есть кинжал. А вот и он. Тогда быстро бежим вот сюда. Такс. Не пойму, он исчез. А, он не исчез. А вот теперь исчез. Ладно, пробегаем сюда. Такс. Ага. Трое, четверо. Нет, тут их шесть. Они боятся огня. Это можно и атаковать их. Но атакуют они довольно сильно. Но у них мало здоровья, поэтому их можно легко убить. Навозный пирог. Да, очень ценный, конечно, лут здесь. Естественно, нет. Там есть проход, здесь предмет. И тут еще одна. Здесь ничего, значит, собираем весь предмет и бежим дальше. Еще один навозный пирог. А, здесь еще одна. Точнее, три. Ага, но они ничего не охраняли. Ладно, но ради душ можно было и убить. Правда, конечно, сейчас нужно постараться не потерять эти 32 тысячи душ. Пепел с экстрим. Ясно. Этот пепел можно отдать все, как и все пепелы служанки в храме. Суп из Эстуса. Он будет обновляться после каждого отдыха у костра. Такс. Ага. Знакомая комната. Там рыцарь серебряный с луком драконоборца. А там еще один. Их лучше выманивать. Потому что если вы побежите атаковать того, то в вас начнет стрелять второй лучник. Просто вас убьет стрелами. Кстати, ну да, серебряные рыцари, конечно, парируются, но очень нелегко. И умеет зачаровывать свое оружие молнией, а это уже было сильно опасно. Да, было слышно, что уже второй начинает натягивать тетиву. Так, он отстал вроде бы. Да, но сила удара этой стрелы довольно большая. Кстати, на этой картине изображена Гвиневер, одна из дочерей Гвина. Это является последним боссом первой части. Здесь он не встречается. Так, поднимаемся здесь. Ага, это та самая лестница, которую было видно с того балкончика. Здесь довольно необычные собаки с человеческими лицами. Ну а также черепами. Магия еще кто-то пускают. Ага, те невидимые пускают магию. Точнее, магический дротик. И еще один. И две собаки. Это уже неприятно.
входит вся выносливость, это еще более неприятно. Так. Убил. Осталось 4 фляжки. Там еще двое. Собака. Ничего от магии на них -то. Не, конечно же, есть там броня тех рыцарей, но тут малейший удар по мне обычным оружием, я умер в этой броне. Так, там есть лифт. Но для начала я добью этого. Итак, там тоже есть проход. Здесь ничего нету. Давайте сначала поднимемся на том лифте. А, тут предмет. Большой осколок титанита. Идем к лифту. Наверх. О, вот самая дверь, получается, с фреском. Открываем дверь и спускаемся обратно. Сейчас побежим по этой лестнице. Такс. Там есть поворот налево. Тут лестница. Парочка существ. Ладно, спускаемся здесь. Чтобы подняться наверх той платформы, минуя лишних врагов и не теряя при этом здоровья. Их тут также можно пройти потихоньку. И выбегаем вот сюда. Там один рыцарь стоит. Не, а, то ёлка. Было неожиданно. Я вроде бы и слышал его, но даже глаз не было видно. Так, тут предметик. Душа усталого бойца. Не, ну рыцарь я слышал, по крайней мере, по тем звукам от копыт. Тут у нас рыцарь с косой. Да, убиваем. Обморожение, что довольно плохо. И там еще один рыцарь стоит. Две фляжки осталось. А тут босс. И это вообще, это еще хуже. Ну их зато делать бестап легче. Щит рыцаря понтифика. Так, у него какая стабильность? Ага, у него выше от магии, огня, молнии, тьмы, но меньше устойчивости и физической защиты. Пока что менять не буду. Так, у нас тут босс. Так, и спуск. Куда же... О, те самые ворота. Тут осталось главное не умереть, чтобы не проделать этот путь заново. Открываем ворота. Да, и вон тот путь к костру. Это огненная ведьма стоит, уголь здесь. Так, сейчас я телепортируюсь в храм огня, чтобы повысить уровень и что-то улучшить или купить. И на этом закончу серию. Так. Ну что ж, получается, следующая серия станет только убить босса этой локации. Так, используем души, найденные.
Также потом используем горящий осколок кости. Так, повышаем уровень. Так, и на этот раз можно улучшить... Ну, также... А, два уровня, это уже неплохо. Стойкость и здоровье. Такс. У меня вроде бы должно быть достаточно осколков титанита на улучшение оружия. Да, хватает. Так, 11 тысяч душ, неплохо. Может быть, что-то можно еще у него улучшить, допустим. А, нет, не хватает осколков. Ладно, идем сжигать горящий осколок кости и заканчиваем серию. Ну что ж, с вами был Иннокентий, всем до свидания.